Здорово, мои дорогие друзья, на связи Грим Оптимист, и сегодня у меня такое необычное, наверное, немножко видео. Вы знаете, что я не фанат озвучивать чужие реплеи, практически никогда этого не делал, но этот реплей мне прислал не кто бы то ни было, а мой друг и товарищ Михаил, более известен он как Артаут. Наверняка многие из вас его помнят, у нас были с ним когда-то совместные видосы. Сыграл он просто замечательнейший бой, тащунский, на MiX-50-120. Это, кстати, вторая причина, почему я решил запилить видос по этому бою. Потому что очень-очень давно просили сделать хоть одно видео по этому танку, но я вообще не фанат этой машины, мне она не нравится. Играю я на нем отвратительно. Ну, это связано, скорее всего, даже не с тем, что я такое дно конченое, а с тем, что я не могу играть на танках, которые мне не нравятся. Вот есть такая особенность. Наверняка многие из вас, кстати, меня поддержат. Когда танк тебе нравится, даже если он вроде как бы и не фонтан по характеристикам, как правило, неплохо получается. Вот, допустим, тот же американец Т-54Е1, который является прямым конкурентом MX-50-120, он мне понравился, и на нем у меня довольно-таки неплохая стата. Значит, что касается MX-50-120, это стэшка 9 левела, да, Франции, с ярко выраженными плюсами и минусами. Из плюсов это наличие самого барабана, по факту, факта того, что есть барабан. В нашей игре это всегда как плюс практически идет. Ну, ладно, не всегда, но почти всегда. Ну и кроме того, это достаточно неплохие динамические характеристики. Минусов у машины, конечно же, тоже предостаточно. Это и плохие углы наводки, минус 6, и долгое КД барабана, и сведение отвратительное, плохая стабилизация, огромные габариты и отсутствие нормального бронирования. Соответственно, танк дико страдает от арты, хоть он и немедленный, но при таких-то габаритах, извините меня, при такой-то броне, любое попадание прямое — это ваншот, как правило, и ваш поход в ангар. Ну, в данном бою Мише повезло, арта всего одна, вот это не так страшно. Как правило, все бои, где арты там 3, 4, 5, это все кранты, то есть там уже ничего особо не сделаешь. Вот Миша же в этом бою грамотно использует именно плюсы, то есть он просто вливает дамаг. По-другому и не скажешь, то, чем он занимается. Плюс минусует стволы, что тоже очень важно. Да, кто-то скажет, это в две восьмерки убил, но, ребята, две восьмерки, они способны наделать очень много шуму в любом бое, даже 10 уровня. Как вы видите, то есть вообще стрельба на дальней дистанции — это вообще не конек этого агрегата, но иногда приходится. Вот тут он стреливается блайнами, я не знаю, попал он или нет, но вообще стрелять блайнами с этого танка направо и налево не стоит, снарядов на самом деле не так уж много у него, и они могут закончиться вполне. Тем более мой друг использует в основном, как вы поняли, уже бронебойные снаряды и не голдострелит по беспределу. Все это время он очень скрытно себя вел, то есть он не светился лишний раз, как это сейчас модно говорить, берег ХП. Уже многие на эту тему постоянно прикалываются, что вот статисты берегут ХП, и за них отдувается вся команда, а потом вот, дескать, подсасывают в конце. Но в этом бою, я думаю, что никто не будет такие утверждения кидать, потому что количество урона, которое Миша нанесет, оно, ну, как бы, все вот эти вот обвинения с треском разносит. И вот он занимает центр. Это, на самом деле, неплохая позиция на этой карте, когда освобожден лес. В данном случае лес находится под контролем, по крайней мере, временным контролем наших танков, поэтому можно здесь встать, не боясь быть простреленным. И вот он отстреливает барабан хэвика. Есть такая особенность вот у барабанщиков, что вот никогда не удается влить весь барабан с дамагом. Обязательно один или два снаряда уйдут куда-нибудь в гуслю, не пробьют, еще что-нибудь. Вот всегда вообще. Это касается, кстати, всех барабанщиков, не только этого. У этого-то понятно, у него орудие там сводится полтора года, но даже у более-менее точных танков есть такая проблема. Вот тут он отъезжает назад, я так понимаю, чтобы не засветиться раньше времени. Плюс сейчас Т-32, конечно же, совершит довольно большую глупость. У него хорошее бронирование башни, но его тоже надо уметь использовать. Это не значит, что нужно вылазить в самый, скажем так, в самое пекло. Вот, 3-4 шотненькая. И вот сейчас Т-32, вот он пошел, Т-32, пошел. Я сказал, пошел. Вот он пытается прострелить его в борт башни, но у него там даже в бортах такая броня, что на самом деле не просто пробить. Но он зачем-то попер вперед, да, решил высунуться, и за это, собственно говоря, и поплатился. Не очень умное было решение со стороны Т-32.
Снова уходит на КД. Еще раз говорю, КД барабана не фонтану MX 50-120. То есть это не 57 хэви, у которого 20 секунд и понеслась по новой. Тут приходится все-таки выбирать грамотно позицию. То есть реально выпадать на какое-то время из боя. Хотя это, конечно, не так жестко, как, например, на том же MX 50-100, да, на котором там вообще чуть ли не минута перезарядка, там 50 с лишним секунд. Ситуация в бою, как вы видите, такая более-менее равная. То есть... одинаковое практически количество выживших танков, что у наших, что у противников. Вот, но семерка подставила свою жопу здесь и, собственно говоря, в нее и получила. Хотя могла бы и смекнуть, в принципе, что кто-то есть на центре, но у него на самом деле вариантов немного было. Он не мог куда-то уж деться. Семерка — это не тот танк, на который можно прям свалить. Наши тем временем прямо так четко давят город. И сухо, опасный момент, да, все-таки 700 дамага, 750 получить — это неприятно, даже для 9 уровня, да даже для 10 для любого. Вот, и счет выравнивается тем временем. Миша опять ушел на КД, все-таки вот особенность барабанщика еще в том, что постоянно хочется перезарядиться, потому что с неполным барабаном, то сами понимаете, выезжать, ну, как бы не очень сподручно, то есть хочется... быть готовым. И с другой стороны, если постоянно без конца кдешится, да, кдешится по КД, как бы это смешно не звучало, то ты тем самым снижаешь очень сильно свою огневую мощь. Поэтому приходится искать именно вот те промежутки времени, которые позволят тебе спокойно перезарядиться. Ну, Миша это удается, то есть он очень грамотно в этом плане действует. Так, ну, уже перевес в нашу сторону, правда, он незначительный, поскольку у нас в основном 8 уровни, 9, а у противника у них целых 3 десятки и 1 девятка. То есть, хоть у них танков-то и меньше, но по факту ничего еще не решено. То есть, сказать, вот тем более тут вон еще и слился ИСУ-152. Кидает по ВЗ-120, на самом деле можно было попытаться его еще раз продамажить, но в этом случае, скорее всего, Миша получил бы ответный урон. Да, он не хочет лишний раз вылазить. В принципе, кстати, обратите внимание, он все еще целый, да, именно за счет своей аккуратной игры. Ну, его добивают союзники, и, в принципе, все довольно-таки неплохо. В этот момент я все боялся, что арта по нему накинет, но этого не произошло. Видимо, артовод не знал, кого нужно фокусить первым делом, может быть, без оленеметра, что вряд ли, конечно. Как правило, все артоводы с оленемерами играют, но... тем не менее, вот, 2-6-3 убивает, сейчас будет просто супер пацанский выстрел на ходу. Уничтожает ПТ-шку, счет снова в нашу пользу, но у противника целых 2 десятки, это Леопард и Форж, которые, кстати, еще там чуть ли не фуловые, по-моему. Ну, Лео, по-моему, не фуловый, а вот Форж у него почти фул ХП, плюс еще арта. Вот тут Миша отправляется на поиски арты, и вот тут ошибку допустил, выстрел был с ходу, арта промахивается и вылетает классная альфа. Вот всегда бы такая альфа выпадала, когда добиваешь арту. Миша не повезло, а могло и не повезти. Но в любом случае артовод бы не успел снова зарядиться, по-моему, там. Он бы быстрее перезарядился. Но он бы потерял очень много времени. Ситуация реально неприятная. То есть у нас одна арта, вафля, да, 9 уровня. По-моему, она не фуловая, если я не ошибаюсь. Давайте посмотрим. Да, половина ХП. И наш герой с полным запасом прочности. Форж — это такая машина, которая, как вы знаете, может запросто положить любой танк, в принципе, за 3 выстрела. То есть, да? Плюс Леопард — быстрая машина с отличным орудием, с отличным ДПМом, которая тоже очень-очень опасна. Тем более у Леопарда 3 фрага. Вы понимаете то, что, ну, вообще на Леопардах обычно дебилы-то не играют, поэтому, скорее всего, парень играет нормально. Плюс все-таки 3 фрага тоже о чем-то говорит. И Миша, естественно, не лезет вперед, потому что, несмотря на то, что фулл ХП, еще раз говорю, Форж жандарахнет парочку раз, там Лео тоже попадет, и все, и кранты приехали. Тут я не знаю, какие мысли его посещали в этот момент. Он, ну, я подозреваю, что просто надеялся, что кто-то засветится. Конечно, вафля действует не совсем правильно, она зачем-то катится по чуть ли не по центру, ну... Вайфентрагер это 9 уровня, это не самый лучший танк для разведки. Да, обзор хороший, но все-таки динамика плохая и стабилизации там особо нет. Поэтому не стал бы я. Да и брони, естественно, никакой нет. Вот, и тут, как бы, Миша, видимо, пришла мысль, что противники попытаются через базу сыграть, убить арту и тем самом уравнять, как бы, даже не уравнять, а шансы в свою сторону обернуть. Потому что арта — это, ну, что Форж от арты получает, вы знаете, как классно. Что уж про Леопарда вообще говорить и не приходится. Он может улететь с одного выстрела. Вот, и он тут подходит к кустам. Но не надо забывать о том, что
50-120 это огромный танк, у которого очень-очень все плохо с маскировкой. И вот вы видите, что он светится, а леопард, леопард нет. Потому что даже после выстрела леопард не засветился. Более того, он еще умудряется как-то попасть Мише в затылок. Все-таки пушка у леопарда очень точная, и вот ситуация стала совсем неприятная. С одной стороны, то есть немножко хп потеряно, но с другой стороны, по крайней мере, мы теперь знаем, где леопард. Это уже в плюс идет. Да, и вариантов, как действовать дальше, не так много. На самом деле, поскольку артиллерия все-таки у нас, я бы применил тактику выжидания больше. Но осталось 4 минуты с половиной, да. Ну, это не то чтобы мало, но противники могут попытаться свести на ничью. Такое тоже бывает, и ну, будет неприятно, согласитесь. Такой бой, столько урона уже нанесено, и слить в ничью. Поэтому он предпринимает решение рашнуть. Очень-очень опасно, потому что непонятно, где стоит Фош. Он может оказаться где угодно, но уже теперь видно. Тут было два варианта. То есть можно вернуться, помочь нашим с Фошом. Можно попытаться добить леопард. Вот Миша, видимо, сначала решил то, что я, пожалуй, пойду все-таки убью Лео. Но потом он тут отвлекся. Это, кстати, очень плохо. Первый промах. Леопард уходит. У него, грубо говоря, половина хп. Садится на гуслю, тут он стреляет по остаточному засвету, но, судя по всему, он с трудом вообще попал буквально вот в самую-самую заднюю часть. И добивает его. Просто шикарный отстрел барабана. Ну, была определенная доля везения. Поставил его на каток. Остался фуловый Фош. Миша уходит на КД. Фош ваншотит вафлю. Она, видимо, по нему ни так ни разу не накинула. Фул ХП, ребята. Да, у нас есть одна артиллерия, но, как вы видите, она на КД 6 секунд еще. Кроме того, Фош пропадает за света. Миша пока не лезет, потому что... Ну, смысл как бы светиться перед Фошем с неполным барабаном. То есть он пока ты светишься, он развернется к тебе лбом, и ты ничего ему не сделаешь. Вот, и тут вот плохое сведение танка дает о себе знать. Он отстреливается одним выстрелом в молоко. Еще два выстрела с уроном. И последний выстрел, ребята, ушел не туда, куда надо. Но в данном случае все не так плохо. Почему? Потому что у Фоша КД больше, чем у MX50-120. Поэтому единственное, что сейчас правильное решение, которое должен предпринять Михаил, это ну, перезарядиться и убить его раньше, чем успеет это сделать Фош. Потому что если Фош лбом вылезет, да, то есть, ну, конечно, он не ваншотнет, понятное дело, но ему понадобится, скорее всего, два выстрела. Да, ну, если в худшем случае три, если, конечно, очень не повезет ему с уроном. Вот тут уже все, вот идет счет буквально на секунды. Фош уже буквально вот с секунды на секунду должен тоже перезарядиться. Непонятно еще, где он находится. То есть не самая медленная ПТшка. Мог уехать и слева, заныкаться и справа. Но вот он справа, и сейчас будет просто лучший выстрел. Я так и не понял, куда он его пробил, но это было круто. Седьмой фраг и последний противник. Результаты, ребята, впечатляют. 5276 двойного опыта, это вам не шутки. 85 тысяч грязными. 7634 единицы урона, 7 фрагов, ребята, и 1600 почти опыта без учета там премов и так далее всего. Ну, серьезно, реально результат. Тут даже и спорить, наверное, не буду. Ну, посмотрите просто по сравнению со своей командой, сколько он нанес, да. Ну и в минус, естественно, он тоже не ушел, да. 29 тысяч чистыми, конечно, фармом это назвать сложно, но бой, ребята, затащен. Это не может не радовать. На этом, наверное, все на сегодня. Ставьте большие пальцы вверх, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы все еще этого не сделали. И обязательно загляните в группу ВКонтакте. Всем до скорого. Всем пока.